Что бы ты сказал ребенку, что ему нужно, вот, например, три правила, которые ему нужно знать об энергетике? Ну, первое правило, то, что ты можешь говорить мне обо всем, что ты видишь, чувствуешь, слышишь, обычного, необычного, чтобы ребенок не закрывал это в себе, потому что к половой зрелости 80% детей закрывают сенсорные каналы. Второе, это то, что да, энергия существует, помимо физического мира, существует мир, где мы можем воздействовать на людей, и люди могут воздействовать на нас. Соответственно, ребенку надо дать понять, что он этим может пользоваться, и пусть развивает в себе эти способности. Если взрослый не может его научить, дать книжки, в которых он может это почитать. Ну, третье – это энергетическая гигиена, так как почистили зубы, зубки чистые, точно так же почистили себя в игровой форме, естественно, если это маленький ребенок, чтобы он с утра встал чистенький, защищенный, ушел, вечером пришел, снял энергетическую грязь и там дальше пошел играть в свою комнату.